Итак, обхватываем шар, поднимаем руки перед собой, и представьте, что вы обхватываете шар из тонкой-тонкой бумаги. То есть, чтобы его удерживать, не нужно прикладывать силы. Угол примерно 90 градусов в кистях, и локти тоже вот при плече, и плечи под углами 90 градусов сброшены. Как будто локти тянутся вниз, и плечи вслед за ними. Расслабьте руки. Макушка тянется вверх. Нам очень важно получить силу натяжения между макушкой и стопами. Если ее не будет, то будет вот такая вялость. Посмотрите, видите, осел. И здесь сила будет вот такая, она развалится. Если слишком сильно дам, это будет такая деревянная сила, задеревенеет. Поэтому нужно натяжение между макушкой и стопами дать такое тонкое, чтобы оно то ли есть, то ли нет. Спина прямо, то есть не отклоняясь назад. Спокойное выражение лица. Что очень важно сделать ментально сразу перед тем, как вы становитесь в столб, либо только встали. Нужно найти комфортное состояние духа. Успокоить ум и сосредоточиться на том, что вы делаете. То есть старайтесь не отвлекаться на посторонние мысли, а почувствовать свое тело в пространстве. Что вы делаете? Держите шар, макушка тянется вверх. Такой же шар можно между ногами взять, почувствовать, там держите шар. Два шарика можно под мышки взять. Для чего мы делаем вот эти, размещаем шарики? Мы объединяем свое тело. Когда я взял шар здесь, у меня все тело вот это целостное. То есть грудь немножко слегка вминается, спина растягивается. И вот в этом положении у меня будет целостная сила для верхней части тела. Когда нет шара, у меня будут руки двигаться. Когда я шар взял между ногами, я собрал нижнюю часть тела. То есть я чувствую, я объединил ее как бы. Легкого, да. Вот это усилие объединяющее, еще одно объединяющее усилие, которое помогает нам связать все тело как одно целое. Если всего максимально упростить на три объединяющих усилия разложить, нам нужно связать верх и низ, и это как раз сила распирания между макушкой и стопами. Два шара больших здесь и распирающие. Все, по большому счету, там есть еще небольшой нюанс, но в целом мы сейчас объединили свое тело как одно целое. Очень важный момент. Если этой объединяющей силы не будет, то ваше тело, вас продержать за плечо, оно развалится. Если она будет больше, чем надо, помнишь, как мы притапливали воду, и ты больше давал силу, то сила будет деревянная, не будет взрыва в итоге, не будет взрывной силы. Поэтому нам нужно ровно столько дать, чтобы связать тело, и не больше. В этом вот определенное искусство. Что делать, если у вас устают плечи? Поначалу не сразу можно вот эту грубую силу убрать, поэтому вы можете чуть ниже опустить руки, отдохнуть немножко, успокоить сознание, и потом снова подняли. То есть задача как раз избавиться от лишней силы сверху. Это то, с чем мы начинали, убрать лишнюю силу с верхней части тела. И поэтому не ждите, когда у вас очень сильно напрягутся руки. Расслабляйте, подвигайте немножко.